Когда на стадионе «Металлург» в последний раз делали ремонт или производили реконструкцию, уже не вспомнят и старожилы. За эти годы погодные условия сделали свое дело. Спортивная арена изрядно износилась. Но даже сейчас ни аварийное состояние административного здания стадиона, ни заросшая травой беговая дорожка не мешает местным подросткам заниматься здесь спортом и укреплять свое здоровье. Вы знаете, это, наверное, жемчужина этой части города, потому что здесь очень зелено, все естественное, натуральное. Поэтому не хотелось бы, конечно, менять именно экологическую часть стадиона, деревья убирать. Только единственное, покрытие стадиона уже с годами устарело. Охота, чтобы хотя бы резину частично постелили где-то, какую-то дорожку, чтобы бегать. Потому что ближайшие... У нас нету больше стадионов в этой части города. Территория стадиона составляет порядка 3 гектаров. В конце прошлого года руководство города выделило деньги на выкуп стадиона, который числился на балансе свинцового завода. Покупка обошлась городу в 156 миллионов тенге. Как уверяют ответственные лица, грядут большие изменения. В этом году будут вестись работы по подготовке проектно-сметной документации. Объект планируется передать на баланс городского отдела спорта, и после чего здесь будут производиться грандиозные работы по реконструкции. Планы у руководства города по поводу спортивной арены большие. На территории стадиона планируется построить 2 спортивных зала по вольной борьбе и школу высшего спортивного мастерства. О том, как же будет выглядеть стадион, можно будет говорить лишь после разработки проектно-сметной документации и эскизов проекта. Бахром Абдуллаев, Марат Даулетов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «ОТРАР».